Всем привет! Сегодня проведем тест, сколько пройдет лодочный мотор Suzuki под лодкой Казанка на 1 литре бензина. Suzuki этот моторчик 6 лошадиных сил, 4-тактный. Литр бензина вот уже готов, под лодкой Казанка. Пойдем сейчас против течения на полном газу. Ну все, приступаем. Сейчас запускаем мотор. Газу против течения, скорость 18-17 километров в час. Отметка 1 километр, полный газ, скорость 18-19 километров в час. Бензина совсем чуть-чуть только убыло. Скорость против течения даже 20, 19-20. Отметка 3 километра. Бензин чуть больше половины еще. Отметка 4 километра. Где-то половины литра уже нет. Подошли к отметке 5 километров. Уже меньше половины осталось. Отметку 6 километров. Бензин еще есть. Подходим к отметке 7 километров. Бензин пока еще есть там. Немного уже, но посмотрим, сколько хватит. Вот ровно 7 километров. Только что пришли отметку 8 километров. Бензина там осталось немножко совсем. Отметки 9 километров, вот ровно 9. Бензина уже нет в бутылочке. Подождем, пока заглохнет мотор, когда кончится бензин в топливной магистрали. Все, обороты падают. Бензин заканчивается, 9 километров. 600 метров пока. Все, мотор заглох. Ставим на паузу. Так, покажем, что бензина у нас тут нет. Литр израсходовали. В общем, сделаем вывод. Лодочный мотор Suzuki 6 лошадиных сил, 4-тактный, на лодке Казанка, на полном газу против течения, на 1 литре бензина прошел 9 километров 650 метров. Времени ушло 31 минут 38 секунд. Скорость была 18-19 км в час на полном газу, иногда 20. Ну и напоследок, сегодня еще быстро замерим скорость по течению. По течению скорость 23 км в час стабильно. Это так. Всем удачи, всем пока.